Друзья, прогулялся я, значит, к пятерочке. Купил корейскую лапшу, кунчозу, вермишель и зеленых бобов. Вот такая вот лапша вкусная. И вот такая вот корейская заправка для кунчозы. Короче, к этой штуке прилагается вот эта штука. Будем, так сказать, кулинарить. Будем делать салаты с фирмой Сенсоу Премиум. Короче, тут написано. Бобовая вермишель фунчоза. Традиционные продукты, необходимая составляющая. Что я читаю? Бобовая вермишель фунчоза. Традиционный продукт и необходимая составляющая многих блюд азиатской кухни. Она широко применяется в Корее, Китае, Японии, Вьетнаме и Индии. Часто эту тонкую лапшу также называют стеклянной из-за характерной прозрачности, которую она приобретает после приготовления. Бобовая вермишель прекрасно сочетается с овощными, мясными и в горячих блюдах, в супах. Ее подают на гарнир и добавляют в салаты. Самым популярным из них является знаменитый салат по-корейски фунчоза, полюбившийся многим российским хозяйкам. Вермишель фунчоза от Сенсоу Премиум производится из качественного сырья традиционной рецептуры. По полупрозрачной нити вермишели с легким сероватым оттенком термической обработки сохраняют плоскую и эластичную текстуру. Фунчоза не имеет выраженного соответственного вкуса, но прекрасно впитывает аромат и вкус. Соусов и продуктов, с которыми ее приготовили. Вот она. Сенсоу Премиум. Тут написано. Корейская заправка для фунчозы. Фунчоза сохраняет все ценные свойства зеленых бобов, но гораздо более удобно и универсально в использовании, чем цельные бобы. Сытная и вкусная вермишель легко усваивается организмом, содержит ценную клетчатку, витамины группы В и АБ. И минеральные вещества: калий, кальций, натрий, магний, железо, фосфор. Вот тут написано: вермишель из зеленых бобов. Я думаю, что это горох. Скорее всего, тут на картинках так мелко, конечно, но мне кажется, это горох, да. Пожалуйста, ребят, напишите, что это такое. Вермишель из зеленых бобов. Вернее, фунчоза, вермишель из зеленых бобов. Каких бобов, это мне самому интересно. А это вот корейская заправка для фунчозы. Это рецепт фунчозы по-корейски. Вот. Написано: традиционная корейская кухня. Написано вот что. Прочитаю еще раз. Бобовая вермишель фунчоза. Традиционный продукт и
необходимая составляющая многих блюд азиатской кухни. Она широко применяется в Корее, Китае, Японии, Вьетнаме и Индии. То есть не только корейская. Китайская, японская, вьетнамская, индийская. А здесь вот на этой уже, на корейской заправке телефон, что же написано? Традиционная корейская кухня. Вот здесь написано. Корейскими иероглифами. Написано «Приятного аппетита». А, это по-корейски написано «Приятного аппетита». Здесь уже традиционная корейская кухня написано. Сенсоу, говорят, хорошая. Сенсоу премиум. Вот такая вот, что? Вот такая заправка. Друзья, благодаря моей сестре я узнал про корейскую кухню. Вернее, сначала узнала она, потом узнал я. В общем, фунчоза. А это уже заправка для фунчозы.